Привет всем, вы на канале Bear и Game, мы продолжаем проходить Alone in the Dark. Один во тьме. Достаем фонарик. И, наверное, пистолет тоже достаем. Пригодится. А, нет, вообще-то... А, ну, да, с видом от первого лица нормально будет. В общем, мы здесь обнаружили вот такую вот непонятную вещь, которая боится света. Быстро не иди, не иди. Первая попытка. Заглотила нас черная мразь. Какое дерьмо опасное в канализациях. Да. Где? В канализациях? А ну смотрите, как утягивает. Это же наше ездили. Мы срём, а дерьмо в канализацию текет. И оно там вытекло через дверочку и засосало. Он такой, это что за дерьмо? А это дерьмо... Потихо, не спеша, не надо спешить, некуда спешить. Некуда спешить, жизнь одинокий плен, ты не ждешь от жизни перемен. Пускай шняга уходит в штаны. Вон нам туда. Иди, иди нахер отсюда, черный шпотный. Выгони ее подальше. Вообще искорени ее нахуй. Свети, свети на нее. Че, не уходит что ли? Ты тварь. Ты должна вообще иссякнуть. Ай, ай, ай. Прыгать надо. Третьего лица раз, успей. Раз, два, три. Опа-па-па. Быстренько, все. Ладно, там осталось. А там свет светит, по-моему. Да, она не может пройти вообще. А, нет, идет. Ну и ну, пошла, пошла. Давайте попробуем о! Сегодня. Разделилась, ну смотри, на два эти. Это жидкий металл с терминатором. Оп-оп-оп-оп-оп. Так вот перетекает. Блин, вода орет, звуки издает. Это не вода, это дерьмо. Нам уже ответили, что... Понятно, это дерьмо. Что за дерьмо, он сказал? Что это за... такое? Место похоже как в Хеллбое, нахуй. Опасно там идти, наверное. Здесь что? Здесь еще одна вода. Здесь что? Это можно использовать? Если мы это используем... Жижа сюда не умеет подниматься, я надеюсь. Нет. А здесь что? Жижа не может подниматься. А? Какая-то а палка. Это мы сюда ее закинули наш. Это мы там и шли. Мы вокруг прошли. По-моему. Да, мы здесь были. Но... Тогда мы что-то сможем припасти для нас полезного. Давай жижу бери. Где жижа? Хочу жижа. Вот что с фонарем? Нет, не хочу жижу. Ут. Пускай жижа всех поджижит. Видите, я уже на удивление привыкла немножко к этому управлению. А что ты привыкла? Ты же от первой рожи играешь. Нет, ну в меню там, так сказать, более уже уверенно. Ну давай там пойдемте куда-нибудь, что мы все в дерьме плаваем и берем бинтики. Там мы не пойдем. Вот, где мы? Вот сюда, что ли? О, а как у нас? Там у нас огонь. Вот эту трубу надо что-то с ней делать. Хорошо. А если мы, допустим, перекрываем этот огонь, то, может быть, вот это перекрывается штуковина? Ты уже перекрыла его. Он будет еще крутиться, что ли? Он не будет крутиться. А, значит, все нормально. Значит, нам только вот этот путь остается. Пойдем. Только хотел сказать. Надеюсь, никто не нападет. Не, а я видел, там какое-то дерьмо лежит. Ох, да ладно. Сосунья. Огненные пули, как нам делать? Ты не забыла? Что там объединить? Я все время забыла. У меня нет времени посмотреть. Я просто из головы. Мне не до этого.
5-3, чего это за дерьмо? Эта херня сейчас подойдет и кусит нас. Не могу вспомнить, а мы чем стреляли? Зажигалкой и какой-то этот спрей, да? Вот сейчас мы попробуем тогда эту зажигалку. О, палочку скинули. Вид от первого лица. Что здесь можно собрать? Это нельзя. Где у нас там зажигалка? Вооружиться. Вооружиться. Ну, гниль, сейчас мы тебя поджарим, мы сожрем. Блин, они уже здесь, твари. Они похер. Что? Им похер, вот что. Пистолет надо брать. Если он есть. Они не жгутся почему-то. Фу, теперь сожглись. Там мама у нас. Она выплескивает, она рожает. Ну, видишь, мама рожает очень быстро этих шняк. Классное дерево, красное дерево, очень дорогое дерево, но мы его нашли в какой-то стране, вон оно, у нас даже застряло в этом, он даже прилипло, капец. Липкое красное дерево на соплях, прилипло. Найдите что-нибудь, чтобы вытащить кабель из воды. Вот, ищи. Зачем нам его вытаскивать из воды? Не вытаскивай. Нам нужно расправиться с этой бандой. Нам нужно маму убить. Папы нету. Осталась одна мама. Ты? И что это такое у нас? Аварийный фонарь. Ну только стрелять придется. Как огненные пули нам нахер делать? Чё их уже так много? Маму надо убить, получается. Мама тварь. Чё ты, мама, не дохнешь? А маме похер, видишь, она бронированная. Не, ее сжечь надо наоборот. Ее надо сжечь. Ну что ты нашего кореша убиваешь? А у меня нет чем поджечь его, у меня ничего нет. Огненные пули надо было делать. Как их делать, я уже опять же не помню. У меня нет времени посмотреть комментарии нашего уважаемого хама-хама. Пойдем попробуем шнягу поджечь. Что шкура скажет? Шкура только... рожать может. Видишь, я был прав. И мразь сразу сдох. А этих шняжек можно лоб. Ну все. В общем-то, все. Кабель можно выстрелить. Стрельнуть в него. Или пал. А, палочку взять, подцепить и вытащить из воды его. Не трать пули, лучше нахрен палку возьми, если сможешь. Он скользит. Он не идет, он скользит, нахрен. Скользкий ты наш слизняк. Где под... Ну, а чё он опять-то? А, мы ж подохли, понятно. Чё это за... Мышка сразу сама пере... Весло возьмем или красное липкое дерево. Нет, с этими бутылочками ничего не сделать. Это у нас не берется. Кстати, сколько там процентов? Сколько тут процентов? 24. А, и зачем нам 24%? Выбросить. А вот этот новый. 100%-ный мы возьмем как раз таки. Могли бы сделать, то есть один в один дополнял бы другой, там 200 копилось. Нам палку надо выкинуть по поводу провод. Мы не больные, значит с нами все в порядке.
Палку будем брать, там провод какой-то лежал. Я не знаю, если поможет. Не надо бить, шняга. О, тебе палка не мешает пройти. Лучше бить. Куда ты вообще направляешься? Кого-то убить хочешь? Ну да, да, давай, флаг нахрен. Все на выборы нахрен. Только не голосуйте ни за кого, не надо. Они нас дурят, но они нас обманывают. Они перед выборами только делают всем хорошо, приказы подписывают. Не прибавили в этом году. Там, что там, на проезд в общественном транспорте. Ничего не прибавили, только потому, чтобы все выбрали... Отпусти его! Все выбрали одного человека. Вы понимаете, о ком я. Только, чтобы только он хорошим казался, чтобы мы его опять все выбрали. Чтобы он опять 6 лет сидел нахрен. И поднимал налоги. Куда пойдем? Тебе показали, крутишь шнягу вон ту. А он потом обратно выберется? Выберется. Спустим водичку и пасту. О, туда пойдемте, все. Иди на лестницу. Она, наверное, горячая. Кто? Лестница. Да похер на нее. Он у нас это. Человек cold. Лед он нахрен. Замерз ты. Фризмен нахрен. Не туда, на лестницу. А, у нас здесь, смотри, еще одна жижа у нас здесь была. Твою мать. Проклятая падаль. Да? Ух ты, тварь. Нет, 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 не так, не так. Пускай она соединится. Дай ей соединиться. Убери свет. И теперь откуда вот так вот гони ее. Не так-то это просто. Да слишком эта херня большая от фонаря. О, теперь нету ее. Прыгаем? Ну прыгай, фига делать. Не ори, вода. Иисус ходил по воде, а здесь вода орёт на. Ой-ой-ой, подходит, подходит, представляешь? Ну что? А чё ты стоял? Надо было так вот тык-тык фонариком. Нет, она не работала, фонарик не работал, она начала подходить. Да что такое? Ну почему так сделали? Ну так и сделали. Значит, надо было бросить что-то горячее. Ну, как всегда, мы проходим 100 раз одно и то же, и нихера не продвигаемся из этих сохранений сраных. Сначала маму души, маму души. Мама на зоне сидит. А теперь шняк лопающихся проклятых уродов. Ой, еще гнида выпустила пасту под конец. Решила какнуть нам глаза. О, смотри, в ток прям прыгнула эта штуковина. Ой, молодец. Найдите что-нибудь, чтобы вытащить этот провод. У нас мы просто взяли руками и вытащили его. Тащи шнягу, да, тащи. Тащим, тащим. Все, ты отпустил так, этот отпусти. Провод? Отпусти его. И не трожь никогда в жизни. Провода тут какие-то электрические, нахрен. Что, ногой потушил его? Да, вот так у него нога, нахрен. Как хабец затушил. Хорошо. Ладно. Там где-то был огонь. Мы сейчас попробуем этим огнем воспользоваться. Надо что-то поджечь, нахрен, и кинуть туда шнягу большую толстую. Да, наверное. Только как мы подожгем? А, ну может как не подожгем. Эй, ты чё? Ты чё, ты не привыкай, игра шнягина. Игра шняга, шляпа игра, понимаешь, шляпа. Сранее не игра. В управлении, а так нормально. Глюки они вообще. Что это, где мы вообще находимся? С водокачкой. Как нам эту воду поджечь? Или может быть на... Вот здесь огонь. На ну, языке может... воды поговорить? Можно сказать... Это я сказал, отойди, не мешай нам. Все, нахрен, она скажет, я... Она мне послушает и уйдет, понимаешь? Надо... Медицинский спрей. Выбросить. Выбросить. Пошел вон, тварь. И мы лучше вот эту бутылочку возьмем. Она нам все-таки нужнее, чем эта взрывная бутылка.
Еще не пойми, куда мы ее кинем, и не пойми, как Все, она там там надо долетит. что-то с водой плотное делать. Здесь что? Берем стул. Берем стул, поджигаем шнягу в штанах и идем. Или оно навсегда горит? Она всегда горит, она всегда хочет. Да, о. Ну, козла вода. Ой, козла вода. Коза вода. Ну ничего. Где разгореться-то хоть? Не ори нахрен, лучше воду подотри. Чё, туда шняк накидать, что ли? Я не понимаю, что мне делать-то? Палок видимо, накидать, да, что ли? Что-то тут надо накидать. А стулья же сгорают, надо сгорают, в темпевальце, да, нахрен. В темпевальце. Как балерина, нахрен. Думаю, что Лебединое озеро сейчас закончится. Ты тупой мудак. Палку подожечь, весло нахер. Не, вот железка, это... железка не горит. Железо не горит. Она только накаливается. Выйти не тогда. Вот о, это вот, да, да, херня. Вот оно должно долго гореть. Да, будем. Даже шашлык успеем пожарить. Из нашего героя. Ух ты, ёб, чё ты гасишь-то, дурак? Ты просто сунь туда палку, понимаешь? Ты умеешь свать свою палку? Сунь туда палку, вот так вот, да, чтобы она разгорячилась, загорелась. Вот, теперь да. У нас этот абориген ну, какой-то. Козёл. Ты не упади только. Фу, жесть, какая палка сумасшедшая. Подпрыгивает, каучуковая нахрен. О, хорошо, смотри. Еще шняшку надо кинуть. Покажи ей это. Покажи воде шняшку, она испугается нахрен, если убежит. Увидит. Увидит прыщик и убежит нахрен. Откуда этот херу посерединке? Разжигаем шнягу. Слушай, я знаю, как встать туда, взять и кинуть туда потом. Или хер. Да, можно думать. Вода гореть сейчас будем, ёптую налево. Уходи куда-нибудь туда. О. На, тварь, получи. Не может подойти, мразь. Лучше вот эту взять. Смотри, она сама в заперти, видишь, вода. Не берет козел? Ну, запрыгивай обратно. Может подлечиться что-то? Подожгли себе лобковые волоса, нахрен. Найдите что-нибудь, чтобы вытащить кабель из воды. Кабель, какой кабель? Какой кабель? Кабель ты потная, нахрен. Мы уже с кабелем... разобрались. Пускай разгорится хорошо. А то нам это надо потом шашлычок поджарить на воде. Слушай, а ты прав, смотри, уже почти все догорело. Ну а что ты думал, конечно, горит. На, индюк поганый. Вот, смотри, да, сейчас хорошо. А там дерево, что оно не загорело? Ну что, светить фонариком и бежать нахер. Бросай шнягу. Давай, давай, давай. Ну что, не бросай шняга? Вода пищилишь. Возьми фонарь. Сейчас сдохну. Уходи нахер отсюда. Ну, сраное место, блин, а. Ну, чё ты вода-то вообще сумасшедшая какая-то? Ну, чё, всё заново тогда проходить, что ли? Ну, зачем спешить-то? Ё-моё, ты ж никогда не спешишь. Подписка на канал, вступайте в группу ВКонтакте, комментируйте, лайк, пока. Пока.